Сегодня я вам расскажу про бизнес-паки, какие стоит покупать, какие не стоит. До сих пор задаешься вопросом, где купить топовый аккаунт без фарм-симуляторы, а к тому же еще с огромной суммой робуксов на балансе, которую ты можешь потратить в любой игре и в любую игру задонатить, тогда тебе именно сюда. Переходи и покупай. За эту группу я полностью тебе отвечаю, потому что эта группа уже работает больше 2 лет, а это значит, группа полностью честная. Ну а что ж, погнали к ролику. И всем привет, дорогие друзья, Костик Попов на связи, и сегодня у нас выходит новый, замечательный, очень интересный видеоролик. В принципе, сегодня я вам расскажу про бизнес-паки, какие стоит покупать, какие не стоит. Ну а что ж, погнали к ролику. Перед началом этого ролика, ребят, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал с колокольчиком. Ну и также, ребята, отвечая на часто задаваемый вопрос, Костя, как же попасть себе в друзья? Тогда, ребята, отвечаю, вам нужно прийти в описание видосика, там описано, как ты можешь попасть ко мне в друзья. Также, ребята, у меня будет для вас просьба, давайте же наберем вместе с вами над этим роликом, ну, лайков 129. Как только набираем 129 лайков на этом ролике, так сразу выпускаю новый, замечательный, очень интересный видеоролик, в принципе. Ну а что ж, погнали к ролику. Как вы знаете, ребят, давайте перейдемте к бизнес-пакам, и тут вы будете замечать 4 новых бизнес-пака, которые у нас еще будут действовать 18 дней и 9 часов. То есть, смотрите, это у нас Digital пак, это у нас Night Time пак, дальше у нас Magical пак, и также у нас Mondo Robo пак, и давайте расскажу, какие вообще стоит покупать. Смотрите, ребят, думаю, то, что у всех найдется рублей 200, потому что если мы, допустим, покупаем робуксы, мы их покупаем там 2x, то есть 100 рублей, это 200 робуксов. Я видел, ты хочешь поиграть со мной. Как это мило с твоей стороны. Я лично покупаю 2,5. То есть 1 рубль за 2,5 робукса. В общем, если будет интересовать сайт, то в принципе напишите в комментариях. Костя, расскажи, что за сайт. Расскажу, где покупаю. В общем, смотрите, ребят, из паков, что я вам говорю, вот если у вас деньги, то да хоть сколько-то денег, то покупайте себе вот этот пак. Это просто обязательно. Вот для средних игроков это просто максимально обязательный пак, который вам поможет всем. То есть это у нас Night Time пак. Также если у вас побольше есть робуксов, покупайте Magical пак. Из всех бизнес-паков, что я вам советую, если у вас достаточно хорошее количество робуксов, то, конечно же, покупайте себе Digital пчелу, также покупайте себе Night Time пак и также покупайте Magical пак. Это вот 3 вот этих пака имеют огромный весовой смысл, в принципе, покупки, потому что, смотрите, в Magical паке нам дается, смотрите, мистик яйцо, а самое главное, что дается, это мистик яйцо, 5 фестивальных получается бинцев, то есть ростков фестивальных, и 5 супер смузи. Это самое главное, что тут есть такое драгоценное. Как вы знаете, фестивальные ростки у нас очень драгоценные. А вот на этайме у нас дается самое ценное. Это у нас 5 колокольчиков. Также еще и дается одно стар яйцо. Это очень топовая вещь, которая, в принципе, нам поможет в развитии. Ну и Digital B. Ее можно получить сразу, если вы просто ее купите. Потому что вы потратите очень-очень много своего личного времени. Также очень много сил вы потратите, чтобы пройти и купить, в принципе, ее вот именно здесь. В принципе, различия от них никакой не будет. То есть то, что вы купите здесь, или, допустим, вы сами добудете ее, то есть и добудете ее здесь. То есть смысла от нее не будет меняться, она также будет хороша и будет очень хорошо работать, в принципе, с вашим улем. То есть вот такая вот тема, надеюсь, объяснил вам свою структуру, по которой я лично думаю, какие паки стоит покупать. Лично я думаю так, конечно, если вы миллионер, можете купить и последний пак, но в нем смысла, грубо говоря, даже и нету, потому что, ну, конечно, крутые вещи дает, но для меня оно такое. Кстати, возможно, до окончания бизнеса я его куплю, как вы знаете, в следующем ролике я вам расскажу, почему я его уже хочу приобрести, потому что, ну, вы, короче, узнаете в следующем ролике уже завтра. Так что на связи был Котик Пау-Пау, оставайся, будь мудрым, ну а завтра мы увидимся на новом топовом ролике. Всем пока-пока.